Мэтью Макканач... Макканауэй. Мэтью МакКоннор. Мэтью МакКонаджи. МакКонахи. Мэтью МакКонаги. Под кайфом и в смятении, а также актер. Я очень рад. Нормуль, нормуль, нормуль. Извините, это я о сборах трех ваших последних фильмов. Сойдет? Сойдет. Это тоже, наверное, сойдет. Вижу, на вас рубашка. Все ли в порядке? Да на что за нахуй? Вы могли взять Оскар за что угодно, но взяли его за актерство. Вы сильно удивились? Пояснилось. У мужика из 32nd to Mars такой же есть, так что гордиться особо нечем. Сколько еще до конца? Еще 15 минут, и я ухожу, так что уже давайте. А что у вас за дела? Ездить топлес в Линкольне? Да. Ваш отец умер во время секса с вашей матерью. Вы говорили, что хотите умереть так же. Вам с мамой хорошо бы установить границы. Не надо. Да нет, это была не шутка. Просто вслух такой слышал, я понял. Кто, по-вашему, первым доведет себя голоданием до смерти? Вы или Кристен Бейл? Вы столько веса сбросили для фильма, что я думал, вы умрете от киношного спида. У меня трое детей, жена. А у тебя? Папоротники. Ну, хоть поливаешь их, и ладно. Да, и еще раз извините, на монтаже уберем, мне не мешает. Вы извините. Давайте я гляну, что там с этими трупами. Зажигалка. Так, она поможет. Надо. Помогите! На помощь! Что за рукожопы устанавливали спринклер-систему? Как отсюда выйти, Зак? Я не знаю, Мэтью. Откуда мы зашли? Как дела? Я не помню, Мэтью. Привет. Я в состоянии эффекта. Такого, опа. Ну вот, все выключили. Ох, ёб твою. Господи. Вот это съел. Боже мой. Боже мой. Собака Зеликекс, по-моему, это перебор.